Ребятки, вы все знаете, ну или почти все знают это известное место, каньон Антилопа, который известен своими яркими рыжими красками. Много очень фотографий было снято, и заставки всяческие там на Windows. Короче, 2 года назад мы были в этом каньоне. Он делится на две части. Это верхняя часть, Upper Canyon, и нижняя, Lower Canyon. Так вот, верхняя часть — это самая доступная и самая фотографируемая часть каньона. Ну а вот спустя 2 года мы решили посетить вот ту часть, нижнюю часть, та, которая спускается к воде, к Lake Powell. Да, он длиннее и он гораздо глубже. Но правда говорят, что там и фотографии, и сама атмосфера лучше, чем в первом. Ну посмотрим. Да. Единственное, что омрачает, это нужно постоянно находиться в масках, даже на свежем воздухе. Ну, ничего не поделаешь. На спуск в нижний каньон представляет собой вот такие вот лестницы, и спускаться нужно будет довольно таки, я так понимаю, глубоко. Сейчас посмотрим, нас тут гид информирует. Ну да, прилично так надо будет спускаться. Вот он, глубокий довольно таки. Такие жесткие правила, вообще чуть ли там не расстреливать собираются гиды, кричат, чтобы не снимали на лестнице. В общем, спустились мы. Группа немного. We'll be right back.
каньон, в принципе, ничем не отличается, разве что он стал чуточку более открытым, то есть солнце больше сюда попадает, в отличие от первого. Вот, а так те же самые полированные гладкие стены. Да, кстати, у них очень узкие.